Здравствуйте, я хочу вам рассказать о Алексее Тихоновиче Севастьянове, о летчике Сверхова Пушкова и Основном Институте. Потом стал на обороне Ленинграда во время войны. Получил звание Героя Советского Союза за ночной дорог. Дослужился до командира эскадрильи истребителей. Проводил воздушные бои и штурмовки. Штурмовал укрепления врага, доставлял разведданные, уничтожил один арастер, который ввели корректировку обстрела Невского проспекта. Погиб во время защиты дороги жизни. Вступив в неравный бой, подвергаясь смертельной опасности, защищал своего напарника. Враг зашел сзади и расстрелял самолет Севастьянова. Севастьянов не смог сдержать падение, не выпрыгнул с парашютом. 10-30 лет в торфяном болоте нашли самолет Севастьянова. Героя Советского Союза его похоронили на кладбище с почестями. А здесь поставили памятник воинской славы.